Так, ну что ж, ну всем привет, 22-я ферма, продолжаем. Решил я все-таки на американскую карту зайти, потому что здесь как бы, ну, более большой такой простор для развития. Плюс еще деньги есть, плюс у нас что тут еще по технике, что у нас тут. МТЗ, джоник, пикап и комбайн. Проверял я еще звук, в принципе, это еще, наверное, тестовая серия будет, потому что еще, ну, в принципе, игра, в принципе, не так громко орет, как я, и поэтому все нормально. Тут я, наверное, буду тоже коровами заниматься. Тем более, тут, наверное, я смогу уже поставить нормальный коровник по размерам. Модовый, я имею в виду, хотя бы вот 800 тысяч. Блин, а вот тут как раз бы таки влез бы он. Вместо лошадок-то. Или вместо хранилища. Вот хранилище, я не знаю, мне оно сейчас, в принципе, нафиг не нужно, если так подумать. Так. У меня есть... А, подожди, а в грузовиках-то что у нас вообще есть? Что-нибудь с кузовом-то есть? С кузовом ничего нет. Так, ну давайте тогда продадим все это дело. Я думаю, все равно мы еще не скоро будем хранить что-то в бункере. На крайний случай будем просто высыпать все это. Да и мне кажется, это все сразу будет уходить в производство. У нас там что получается осталось? Пшеница и... И, по-моему, все. А что шланги не цепляются? Ну, по-моему, легко тянет. Ну, что-то шланги не цепляются. А, ну да, даже не появляется это в F1 обозначение, чтобы подцепить их. По поводу вчерашнего стрима сразу хочу сказать. Мой косяк был в том, что я не тот микрофон подключил и не знал об этом. То есть в настройках было. Ну и плюс нужно будет вот эти вот правила еще добавить. Ваш косяк в том, что вы начали так вот сразу наезжать. Ну, косяк Вани то, что он немножко так резко, конечно. Ну и вы тоже резко, поэтому все виноваты понемножку. Ну и плюс потому, что я еще недавно начал стримить и всех этих тонкостей не знаю. Ну и в основном то, что микрофон, да. Это я признаю. Эта запись еще тоже будет тестовая, поэтому... Может быть, следующая запись будет другая, но уже. Ну, то есть, голос мой. 4900. Но мне он не нужен. Ну, не нужен. Я на 19-й постоянно продавал. Вот ваш идей, блин. А что, вместе с лошадьми можно продать? А, нельзя. Блин, а куда бы можно было бы поставить? Но у меня больше места нету. Здесь я не буду ставить, здесь тоже. Идеальное место вот это. Лошадей можно было бы, конечно, куда-нибудь вот сюда взять. Ну ладно. Или вот тут воткнуть. Так, надо еще противовес забрать. Где у нас МТЗ-то? Ох, МТЗ. А я забыл скачать МТЗ, который тише был. Блин. Надо бы скачать после записи. Так, это отцепляем, это отцепляем. Ай, это тоже отцепляем. Ну, подожди. Ну да, довольно-таки он громкий. Но минус 25, поэтому не слишком уж он громкий. Ай, блин, у него же передней навески-то нету. Ну, слишком близко подъехал. Или то, что боком. Можно попробовать, кстати, Азимы посадить, что ли? Потому что тем более еще только август. Подожди, а эти поля, которые у меня сейчас в наличии, они вместе с базой соединены? А, 13 лямов, да, они соединены с базой. Кстати, я теперь могу, в принципе, лесопилку мутить, потому что у меня же теперь мод, который позволяет это делать. Ну, то есть пилить не захочу. И я думаю, все-таки здесь можно будет попробовать лесом заняться. Деньги у нас есть, кредита у нас, по-моему, тоже нету. Да, кредита нет еще. То есть у нас в запасе 40-42 лям получается. Блин, ну слушай, мне что делать? Я хочу корону. Именно здесь хочу корону. Какие же ужасные звуки вот МТЗ. А, подожди, вот же.
Вот именно здесь он идеально влезет. Может даже большой влезет с этой, с автоматической кормушкой. И потом поставить производство вот это вот молочное. Так, а вот здесь. Так. Ну да. Так, прицеп. Прицеп. И назад. Все. Лошадки в прицепе. Я же им, по-моему, только воды успел налить, и все. Поэтому, ну да, мы, конечно, сейчас подешевле продадим все это дело, 2,5 ляма. А покупали, по-моему, за 4. Так, животное. Ну-ка, самый большой, сколько он? А, ну как бы можно было, но тогда вот здесь вот проход нельзя будет использовать. Ну-ка, если вот так вот. А у нас сколько? На 500? На 500. Ну тут только что, тут автоматическая какая-то кормушка, что ли, я так понял. Ну, лучше, чем вот этот вот за 60 лямов. Подожди, а где он? Подожди, это какие-то модовые, переделанные. Так, если я поставлю вот так, то получается здесь... А подожди, вот этот тут заезд. Вот это боковое здание. Что он делает-то вообще? А, это смеситель. Вот это для моносмеси. Блин, было бы круто поставить. Считай, у нас будет и молоко быстрее идти, и все будет быстрее. Можно вот так вот воткнуть, но дерево придется спилить и оттащить на лесопилку. Или можно немножко сюда. Там у нас выход куда идет? На... А, на 40-е поле. Понятно. Можно было бы, конечно, его тут воткнуть. Нет, тут уже неровная местность. Так, ну окей, поставим тут тогда. Придется это немножко подровнять. Ну, терраформинг у меня теперь бесплатный, поэтому главный вопрос, как говорится. Ой, блин, пикапчик немножко в текстурах оказался. Так, уровень. Нет, мне нужно смягчить. О, видите, деньги не снимают. Вчера с официального сайта скачал. Так, тут тоже все смягчить надо. Блин, тут надо полностью все смягчить, поэтому надо побольше взять. Но вот как-то он странно работает, видите, вот тут я нажимаю, и ничего не происходит. Временами терраформинг как-то странно работает. Ну-ка, а если уровень? О, видите, может быть, это из-за дерева, кстати. Давай, 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 вылазь, вылазь. Нет, походу, не вылезет. Прицеп надо только отцепить, иначе... Блин, не смогу. Ну, я же цепил. О. И сбросим теперь пикапчик. Ну, обратно придется его скинуть. Что теперь сделаешь? Надо было отъехать. Как на него... Вот. Надо, получается, на самый зад, что ли. Иногда непонятно, куда нужно нажимать, чтобы на пикап навестись. Так, а из гужевых прицепов у меня получается тот американский. Ну, поехали. Ну, в принципе, на такой карте можно и американский использовать. Тут как бы дорога нормальная, большая, по крайней мере. Есть куда развернуться, так сказать. Кстати, сейчас в микрофоне используется, по-моему, по минимуму фильтров, меньше даже. Точно используется компрессор, шумоподавление, лимитер, чтобы слишком громко не было. Пропускной уровень шума, и все, по-моему. Усиление вообще не используется. Усиление я могу вот здесь вот крутануть немножко, и меня уже больше будет слышно. Ну вот, в принципе, неплохо поставил. Тесновато, конечно, но надо вот это вот дерево спилить. Кстати, а что у меня по сезонам? На сколько дней я поставил? Так. 3 дня. Ну, 3 дня, в принципе... Нормально, 3 дня нормально. Вот это здание, наверное, тоже сейчас уберу. В принципе, оно нафиг не нужно. Чего ли оно бесплатное? Только место занимает. Насчет лошадей. Так, ну у нас 19 лямов. В принципе, можно где-нибудь их воткнуть, но я пока не знаю где. Нужно как минимум еще один участок брать.
Не, подожди, мне проще так. Мне нужен участок с большой такой, так сказать, паразитной частью. Вот, в принципе, неплохое место. Вот тут и места полно, тут и трава. Тут у нас что растет? Получается, что-то темное. Сои у бобы. Лесопилку я не буду пока покупать, я буду просто туда. Или можно будет купить, или поставить свое производство. Можно лошадей, в принципе, вообще где-нибудь в другом месте. Ну вот тоже неплохое место. Сколько? 4, 11. Или все-таки где-то на базе их воткнуть. Че это он? Подожди, а у меня контроль тяги тут стоит? Стоит. А че это он пробуксовывает? Вот видите, ну это надо дерево спилить, это я уже понял. Плюс надо кое-что еще сделать. Надо выбрать режим окрашивания и нет. Вот такой асфальт хочу, как в Альпах. Тут получается что-то другое, вот, наверное, гравий. А у нас будет асфальтированная дорога. Она, конечно, посветлее. Так, можно побольше поставить. Вот этот навес, мне кажется, я тоже не в тему поставил. Ну-ка. Я думаю, пропадут сейчас. Ай, это, наверное, из-за пикапа я не могу. С альпийской карты я пока тормозну. Буду ее в основном сейчас за кадром проходить. Дойду до того места, когда у нас появится этот виноград. Ну, то есть уборочная по винограду начнется. Сейчас пока не буду туда заходить. Там особо сейчас делать нечего. Так вот сделаем. Тут можно, в принципе, полностью все в бетон, ой, в асфальт закатать. Ну ладно, тут пока не будем. Блин, вот этот навес надо убрать. Ой, не то. Он тут вообще не к месту. Навес, если только где-нибудь в другом месте ставить. Так, теперь вот это дерево. Пилы у меня пока никакой нету. Может, сначала коров привезти, потом уже заняться всей этой фигней. Так, гужевой транспорт. 6 лямов вмещает. 12 коров всего? А что так мало-то? Раньше, по-моему, больше вмещал. Так, аренда 300 тысяч. Ну, тут уже ничего не поделать, надо брать. И надо арендовать какой-то грузовичок. Какой? Вот это, по-моему, из Безумного Макса, что ли? Вот из второй части. Очень похож, кстати. Не знаю, он не он, но что-то прям вообще похож. Что-то он по дизайну. Я только не помню, какого цвета он там был. Ну, по-моему, белый, что ли? Нет, ну это уже не то. Это уже, получается, я код активировал. Так, что у нас тут? А он еще и дороже, нифига себе. Ну, давайте все равно арендуем, посмотрим. 400 тысяч, ладно. Я же еще хотел, по-моему, какие-то поля убирать. Ну, пока пусть скорость на двойке будет. Так, это у меня сейчас звук на максимал. Ай, блин, мне же нельзя отворачиваться. Отвернусь, и все, и меня хуже будет слышно. Ну, насчет звука не знаю. А что там? А я думаю, банка какая-то стоит с тушенкой. Сразу? А, ну шланги надо все равно подцепить. Так, перекупщик, я уже забыл, где он. Он, по-моему, где-то вот в этой части. Там мы еще, по-моему, золотой слиток нашли. Или что там, золотую корову какую-то. Погнали, короче, за коровами. Хотя я мог, знаете... Да, я и забыл. Просто так их привести, без всякого прицепа. Ну ладно, заберем сейчас этих коров и потом так. Посмотрим, сколько за доставку еще берут. Потому что, как мы выяснили на стриме, для молочного производства не обязателен сахар. Он нужен только для производства шоколада. Блин, опять-таки, где я буду ставить все это дело? Ну, на базе что-то мне не хочется производство ставить. Вот это вот что за место такое? Но его купить нельзя. Ресторан, та-та-та. Можно было бы, конечно, какой-нибудь участок с травой взять и там поставить.
Вот тоже какое-то интересное место. За 39 лямов, нифига себе. Просто я не хочу ставить на базе производства. Вот хоть ты тресни. А, кстати, я смотрю, тут выключен, да? Ну-ка. Но я уже, кстати, привык к этому моду на управление, на более плавное. Теперь, видите, он поплавнее идет. Так, мне получается сюда надо подъехать, да? Я говорю, уже забыл с последней серии. Хотел еще в 19-ю пойти, но что-то, блин. Не знаю, походу мы скоро ее уже закончим. Надо будет посмотреть. Ну хотя, в принципе, если доставка будет дешевая, то мне гужевые прицепы модовые нафиг не нужны. Так, открыть меню. А открыть его прицеп нельзя, да? Ой, блин. Корова мне. Не, давайте будем брать что-то под американское, что ли. Так, это доразведение. Это все доразведения, да? Тоже доразведение. То есть мне надо брать вот таких вот коров для производства молока. Мне нужны сразу большие. 12. С полтора ляма, фига себе. Неплохо. А у меня коровник получается, сколько там вмещает? По-моему, 500, что ли? А, ну все, погнали. Ну, 500 я, конечно, брать не буду, это уже перебор. На альпийской карте у меня, по-моему, 45 их было. И, в принципе, молоко они уже нормально приносили. Так, у меня 17 лямов. Я могу, в принципе... Подожди, я еще хотел что-то убирать. Надо пока скоро все-таки на днерку поставить. Потому что полностью я еще не определился с бизнес-планом, так сказать, по развитию. Что у нас по контрактам, кстати? Близко у него... А что, сбор урожая нет, что ли? А вот есть. Пшеница. Во, видите теперь как ровник. Только у него вот возврат руля такой быстрый стал. Но я жду, когда Оки 79 сделают этот мод. Конвертируют или что он там. Тот мод мне больше понравился. Это тоже неплохо, но тут возврат руля как-то мне непривычен. Так, а где их тут выгружать-то, интересно? Ну это что такое? Не открывается. Тоже не открывается. А почему нет? Или она... Подожди, она же, по идее, должна открываться. Я же должен как-то туда зайти. Блин, вон дерево там влазит. Так, явно не здесь, не здесь. А где коров-то? Нет, должен быть значок где-то. Ой, блин. Да ладно, мне сюда нужно заехать. Блин, я вот тут не смогу заехать. Вот почему нельзя было тут? По-моему, нет такой функции, чтобы при установке здания поменять его высоту. Ну-ка. Ну, то есть высоту установки. Раньше было-то, по-моему, QE. А сейчас QE я нажимаю, а видите, камера крутит. Или Shift E, или Alt E. Окей, значит, нам нужно, получается, скульпули... Ой. Блин, он не хочет смещать. Смягчать, точнее. Наверное, из-за того, что я рядом стоял. Так. А, вот, видите, теперь идет дело. Вот тут уже не хочет. Блин, вот эти вот деревья тоже надо будет вырубать. Если они вырубаются, конечно. Так, теперь вопрос, как мне туда доехать? Нет, задом я там не смогу проехать. Но мне просто заехать и все. И, в принципе, потом я его верну. Да ладно, что, у него дубовая подвеска, что ли? Ну, ход небольшой есть, но... Ну да, это чисто шоссейный какой-то грузовик получается. Тут я, наверное, тоже вряд ли смогу заехать. Тут, наверное, это дерево. Подожди, там что вообще? Оно с коллизией? Да, оно с коллизией. Тогда мы прямо сейчас и вырубим. Кстати, вот эту пилу никогда не пробовал. Вообще никогда. Ни в 19-й, ни тут еще. Вроде такая же.
Ну, пила теперь так. Ладно, используй суперсилу, чтобы чисто хотя бы просто убрать с пути. Тут, наверное, нет, тут я, наверное, не смогу заехать. Тут надо или задом, или как-то немножко по-другому. Надо еще вот это дерево убрать, чтобы смягчить там тоже землю. Ну-ка, если я тут включу контроль тяги. Будет у него пробуксовка идти? Ну, пробуксовка есть, поэтому... Блин, когда уже наши моды появятся? Уралы, Кразы, блин. Ну, КамАЗ, по-моему, видел какой-то, но не уверен насчет его нормальности. Блин, поставил так поставил. Что-то он как-то странно передачи переключает. Наш с пробуксовкой. Ну что ж, вспомним, как это было в АТС-ке. Но я не уверен, что смогу заехать тут. Блин, я уже изначально неправильно начал заезжать. Ему сейчас не хватит радиуса. Да, мой косяк состоит в том, что я неправильно поставил, скорее всего, коронник. Надо было той стороной его ставить, или хотя бы боком. Были бы у него еще поворотные оси задние, еще бы можно было как-то заехать. А так... Блин, а так не получится. Ну ладно, едем назад и просто там воткнемся, и все. Другого варианта я просто не вижу. Надо было, конечно, маленький брать. А хотя, по-моему, там больше никакие не возят, кроме этого. Блин, превьюху бы еще, конечно, сделать. Давайте-ка сделаем. Так вот. Потом нажимаем F9. Выключить хаб. Теперь обратно все. Делаем вот так и все. Сразу передом туда залезу, а то мы сейчас по серии так будем мозги парить. Так, нормально, нормально. Что у нас там сзади? Может сесть, кстати. О, все, я в прицеп. Все, забирай. Ну-ка, теперь давайте посмотрим, сколько стоит так. Ай, блин, его нужно отогнать. Ну, блин, 22-я ферма, могли бы хотя бы у грузовиков сделать живую подвеску. А то как телеги ездят какие-то. Так, за 130. Ну, давайте возьмем... У меня 17... Давайте 30-ку возьмем, пока этого хватит. Доставка получает... Блин, 200 тысяч доставка. Мне выгоднее было просто за доставку заплатить, чем, получается, арендовать вот этот грузовик, по-моему, за 400, и прицеп за 300. Да, больше не буду такой фигней страдать. Что у нас тут в распродаже? Во, кстати, прицеп. А мне ведь он нужен. Мне он нужен. Это уже как ни крути. Так, колеса. Nokian, Тренборг, Nokian. Номер мне не нужен, берем. Лям 300. Сколько он стоит, получается, нулевый? Где у нас? Нулевый он стоит 3700, нифига себе, больше 2 лямов сэкономил. Так, воду тут, наверное... А, подожди, давай посмотрим, что тут вообще у нас. Что им надо? Им нужна солома, смесь, сено, трава. Ну, в принципе, все как обычно. У меня не того... А, нет, у меня сено... Ой, солома есть. Но мне нужен, получается, не выдуватель, а этот... Мешалка. Ё, так чё он так заводится долго?
Но я за кадром еще тут поработаю, поэтому к следующей серии вы не узнаете эту базу. Так, прицепик. Прицеп можно будет тоже, в принципе, продать. Это же все-таки Америка. Тут можно и с шаткой спокойно ездить. Культиватор у нас получается. А, я еще не знаю, нужно ли пахать это поле. Точнее, эти два поля. Кстати, там в модах у меня появилась новая сеялка. Она, по-моему, на 4 метра. И она, по-моему, дешевле даже той, которая у нас сейчас тут стоит. Так, солома у нас есть, получается. Поехали, заберем эту сеялку. Вода. Ну, вода платная. Можно, в принципе, поставить другой гидрант. Он, по-моему, тоже платный. Поэтому не вижу смысла шило на мыло, так сказать, менять. Ну да, она просто с активным культиватором, поэтому. Так, цеплять не буду. Надо, наверное, противовесы еще все продать, потому что. Хотя с трактором я тоже еще не определился. Можно, в принципе, вообще мозги не парить, взять один большой трактор и все. Один большой и один средний. Так, это пока мы все опустим. Вот сколько она стоит, эта сеялка? Так. Где сеялки-то? 2800. Тут есть модовая. За 1400. Что она умеет? У нее активный культиватор, она тоже, получается, только семена принимает. 125 лошадей, 3 метра. 70 лошадей, 3 метра. Подожди, 1000, а там сколько? А там было написано, видите, 1100, чуть типа можно. Расширение можно поставить, нифига себе. И всего за 25 тысяч. И можно уже 1000 наливать туда. То есть целый мешок. Это у нас уже получается 94 метра. Расширение. До 1300. Общая цена. Блин, мне лучше продать вот эту сеялку. Так, для коров что мне... А, мне нужно сейчас по-любому ехать на магазин, продавать вот эту сеялку и вот этот противовес. Еще бы, конечно, тележку захватить. Нужен еще какой-нибудь погрузчик. Так, направим работничка. Ай, блин, надо было вот так нажать. Че? Дать работу. Переехать. Это же, по-моему, магазин, да? Что-то не помню, если честно. По-моему, он. Так, езжай. Пробил. Сможешь? Только не по соломе. Сейчас скажет, тележка мне мешает. Ну, конечно. Сейчас нужно что? Погрузчик, забрать прицеп, убрать то дерево и, в принципе, все. Хотя бы на сегодня. Что у нас там по времени? 28 минут, в принципе, нормально. Поля. Я хотел посмотреть поля. Что у нас там по созреванию? Там же большинство уже готово. А, нет, еще растет. Так, вот тут что у нас? Это у нас овес. Овес как раз для лошадей нужен, кстати. Если я планирую ими заниматься прямо конкретно. Канова мне пока не нужна. Что у нас тут еще какие? Так, вот тут какие-то маленькие. Сколько стоит поле с кановой? 14. Блин, чуть-чуть не хватает. Мне еще нужно где-то производство поставить. Я могу, в принципе, конечно, и... Блин. Разгрузить надо будет часть юг. Извините, что я не по той полосе еду. Надо сейчас сразу колесами поменять. Блин, этот Джоник, конечно, медленный. Я думаю, я все-таки его, наверное, поменяю. Для такой плоской карты такой Джоник не особо подходит. Ну, лично для меня. 2400. Починить. И столько же и стоит. А не надо ничего настраивать. Так, продай. За 750. Ой, на 750 тоже продай. Так. Ну, давайте перекрасим. Стоит он сейчас 7900. Перекрасим 144. Стал стоить
Да, не было смысла его перекрашивать. Так, получается, что-то мне нужно взять из средних тракторов до 10 лямов. До 10 лямов я могу взять, в принципе, Вальтру. Тем более у нее есть реверс. Но можно, в принципе, знаете что? У нас есть им... А, он 18 стоит. Может, что-нибудь из мании 23 ляма. Надо что-то... Вот Масео Феркисон, он же, по-моему, американец. Дуэц МС Кормикс. Нет, это тоже не Холмс, вот, по-моему, американец. Но тут ничего такого не вижу. Т7, 19 лямов, да ну. Получается, я его зря продал. Z3 я не буду брать. 170, а у него сколько было? 190. Блин, мне такая сейчас техника, если честно, даже особо-то и не нужна, если так подумать. Я могу что-нибудь... Я могу, в принципе, вообще на одном ТЗ работать. Стайлер. Тут не Холланд какой-нибудь есть? Во! 100 лошадей. Там, по-моему, столько лошадей не надо. Во, вот его и возьмем. Идеальный американец. Так, Мишлен. Вот, Континенталь. Не, надо с широкими. Во, вот такие. Колеса. Не, колеса широкие не надо. Он, конечно, еще медленнее едет. Ну, ладно, в принципе, не страшно. Еще плюс комбайн надо будет потом продать, когда закончим уборочно. В принципе, уже, получается, у нас хватает, да? Чтобы поле с овсом убрать. Вот тут, кстати, видите, блин, вот тут место до хрена. Вот это место было бы хорошо использовать как раз таки для установки чего-нибудь, производства, например. 14 лямов. Подожди, оно уже получается все готово, да? Ну ладно, сначала доедем до базы. Уберем это поле. Ой, дерево, точнее. Ну, Мерседес. Ну-ка, поворотники работают. Чего себе, они еще и сюда заезжают. Поеду уж, буду тошнить по краю. Так, время у нас получается август. Нам нужно, получается, пшеница у нас когда садится? Время... А, сезон... А, только в сентябре можно будет? Так можно, в принципе, на пятерку. Нет, нужно сначала еще коров накормить. Блин, мне надо было брать трактор, у которого погрузчик есть. На него же нельзя погрузчик поставить. Или, может быть, взять телескоп какой-нибудь, или колесник. Ну, колесник мне тоже не нужен. В данный момент идеальный вариант — это трактор с фронталкой. Блин. Был бы 82-м ТЗ, я бы его с удовольствием бы поставил. Точнее, купил бы. Так, теперь я даже не знаю. Секунду. Ой, проклятие. Нужно идти в больницу, сдавать этот гребаный ПРЦ-тест, представляете? Так, у нас, по-моему, там 30 чем-то минут мы уже прошли. А мне так и так надо было заканчивать, идти еще надо было на почту, забрать там какую-то посылку. Не для меня, конечно. Блин. Но последний ПРЦ-тест у меня был отрицательный, поэтому я хз. Блин, мне не хочется туда его ранить. Ну давай хотя бы так. Да, блин. Ну это текстура, эти деревья, блин. Видишь, с ней всякие проблемы. Ну-ка, вот так вот можно? Блин, тогда он на трактор упадет. Надо еще, получается, корчеватель купить. Ну или просто арендовать. Не, лучше купить, потому что я планирую заниматься лесом на этой карте. Только не на трактор. Не на трактор. О. Вот это называется повезло.
Я не знаю, хоть превьюху делаю. Ну-ка, давайте превьюху сделаем. Во. Так, это вырубаем. Блин, неудобно, надо будет обратно поставить тот мод, который Alt-H нажимаешь и все. Надо вообще этот Power Tools убрать, в принципе. Мне он, в принципе, сейчас не нужен. Вот у него что есть? У него заправить транс, мне это не нужно. Суперсила тоже не нужна. Полет. Карты мы пока не смотрим. Деньги, но это мне тоже не нужно. Выход меню надо будет убрать. Тем более... Я все это время с поворотником ехал. Тем более, получается, именно он причина того, что у меня игра крашится. Именно при выходе из игры. То есть я сохраняю, выхожу в главное меню, она у меня... Что-то звук начинает скрипеть, пердеть, и все, вылетает к чертям. Так, а вот это вот что такое? Надо будет все это изучать, конечно. Ну ладно, тогда, в принципе, вернемся. Я, наверное, еще вернусь скоро. Поэтому спасибо всем за просмотр. Может быть, стрим. Кстати, можно будет сегодня стрим запустить. Если я не успею загрузить, то, наверное, стрим запущу по этой карте. Тем более, как бы работа еще до хрена. Что нам нужно сейчас? Нам нужно, получается, немножко почистить участок. Нам нужно немножко обустроить базу. Нам нужно дать хотя бы одному работничку работу, чтобы он хотя бы там вот это поле культивировал. Там, кстати, же культиватор был в распродаже. За 400 тысяч. А мой сколько? 800 тысяч. 2,5 метра. А тут сколько? А тут 4 метра. 160 кабы. А у меня такого трактора нет. Продал, блин, Джоника. Молодец. Вот... вот так вот я могу сказать. Ну, я не знаю, мне тут не особо вся эта техника нравится. Я бы вот, если честно, Вальтру бы взял обратно. На данной карте она, в принципе, хорошо себя будет показывать. Ну, как-то странно, на американской карте вот такая техника. Тут надо что-то американское использовать. Ладно, разберемся уже на стриме или на записи. Все, всем спасибо, а я пошел опять эти палочки глотать, блин, все. Всем пока.